Приветствую, дорогие братья и сестры. Всех рад видеть, слава Богу. Сегодня у нас особый такой день, необычный. Мы на молодежной конференции объявили о том, что у нас здесь в городе открывается филиал семинарии, и мы сможем набирать студентов в 2018 году, и мы сможем в течение 2 лет их обучать, чтобы они получили образование по теологии и стали бакалаврами теологии. Это образование, которое признается в нашем государстве как официальная дисциплина. Это образование, которое позволит человеку поступать в светский какой-то университет на магистра дальше, ну, в сфере гуманитарной, конечно же, потому что теология – это гуманитарная наука. Вот. И, конечно, у меня у самого много вопросов, и я думаю, что тех, кому это интересно, у них тоже много вопросов. Поэтому я пригласил Игоря, он является одним из руководителей этого университета, который находится в Киеве, а вообще его генеральная штаб-квартира находится в городе Спрингфилд, какой-то там штат, не знаю какой, Миссури, да. Вот, и поэтому вот мы сегодня собрались, и в прямом эфире мы сейчас находимся, для того, чтобы все волнующие нас вопросы изучить, получить на них ответы. Я думаю, что у нас еще впереди год, и мы сумеем подготовиться, чтобы здесь было и хорошее общежитие, и хорошая библиотека, и база хорошая для обучения. Нам обещают преподаватели из Штатов, преподаватели из Киева, нам обещают и греческий язык, и английский язык, и теологические знания такие глубокие. Поэтому, ну, вот я думаю, что сегодня такой ознакомительный день. Может, мы потом еще сделаем такой день. Я приветствую всех, кто в прямом эфире к нам подключился. Вот. Ну и что хочется сказать. Мы имеем планы, я думаю, что эти планы от Бога, открывать новые церкви. Мы имеем планы учить людей на пасторство, и мы все время это делали и будем продолжать делать. Мы не отменяем нашу библейскую школу. Вот. Но у меня всегда стоял вопрос, вот заканчивает ребенок школу, и ему там 17 лет, ему надо выбрать себе профессию. Действительно, есть такое, что вот с детства ребенок чем-то горит, в чем-то он сильно заинтересован. Ну, это же бывает, правильно? Я вот, кстати, очень часто с молодежью разговариваю. Я говорю, а кем ты хочешь быть? И, знаете, там, может, в 5 лет еще ребенок не путается, да? Он говорит, хочу быть там кем-то, да? А уже вот когда ему там 16 лет, 15 лет, он уже начинает путаться, да, в этих вопросах, кем он хочет быть. Потому что учиться, это потратить, ну, там, в семинарии будет 2 года, а там в университете там 4-5 лет, да, это потратить 5 лет жизни своей на что? На ту профессию, которую ты, скорее всего, будешь иметь всю свою оставшуюся жизнь. Ну, это логично, согласитесь. Потратить 5 лет жизни на ту профессию, которую ты будешь иметь всю свою оставшуюся жизнь. Я очень, мне печально, вот я сейчас в Харькове, пастырем, там вы знаете, да, мне очень печально видеть, как, допустим, на Барбашова на рынке много там магистров, вот, кандидатов наук, вот, ну, а бакалавры так вообще все, вот. И ты думаешь, вопрос задаешь, а зачем ты учился, для чего ты учился, то есть куда тебя твоя учеба привела, на рынок, да? Ну, вопрос, куда ты идешь учиться? Если ты идешь учиться, допустим, на
какую-то горную специальность, да, но это логичное развитие событий. Ты идешь в шахту, ты работаешь там каким-то помощником мастера, потом мастером, потом ты работаешь там, не знаю, там зам какого-то, вот, то есть ты связал свою жизнь, всю свою жизнь ты связал с шахтой. Здесь ничего плохого нет, это нормально. Вот ты имеешь предприятие, которое будет платить тебе деньги, ты в этом плане развиваешься, это нормально. Знаете, вот я верю, что жизнь должна быть логична. Если я куда-то учился, то я туда должен идти. Здесь у меня другой вопрос. Вот есть молодой человек, который покаялся, родился свыше, и в него внутри непреодолимое желание служить Богу. Вот оно есть, это желание. Ну, хочет ребенок служить Богу, молиться хочет, проповедовать хочет, хочет учить из Библии. И вот он хочет это делать, да? Что мы делаем с таким человеком? Что мы с ним делаем? Мы его, посылая учиться куда-то в светское заведение учебное, уже наперед определяем как номинального христианина. То есть мы уже говорим, твоя жизнь не будет связана со служением, твоя жизнь будет связана вот с какой-то работой, но ты будешь ходить в церковь, да. Ну, молодежь, наверное, она такая вот, ну, немножко другого склада, да. Если я не могу в это посвятить свою жизнь вообще, всю, то зачем оно мне тогда все это надо, да. Ну, вот так многие и размышляет. В итоге что мы получаем? Мы получаем человека, который поехал куда-то учиться, через 3-5 лет охладевшего, ну еще с понятиями какими-то верующими и все. Но даже не в этом суть. Суть в том, что сегодня в нашей стране, которая направила свои ноги в сторону Европы, и мы все равно смотрим на Европу, мы все равно с нее пример берем, мы все равно туда пытаемся интегрироваться. Вы вспомните, сколько было шума и гамма от того, что вдруг у нас появился безвизовый режим с Европой. Да? Столько шумели, как будто бы уже тут мы в Берлине все живем. Да? Вот. Ну, по сути дела, ничего страшного не произошло. Люди ездили с визой, платили деньги. Сейчас платят деньги без визы. Какая разница? Вот. Мы все равно туда идем. И православие, оно показывает себя несостоятельной религией. Для того, чтобы воспитать новое общество, мы должны взять на себя ответственность воспитать нового общества, нового человека. Там кто-то с коррупцией борется, говорит, мы победим коррупцию. Да я вас умоляю, никто никогда ничего не победит. Начинать все надо снизу, потому что откуда берутся политики? Они же не с Луны на нас падают, да? Откуда берутся наши министры все? Они же не с Луны падают, да? Они из нас выходят. У нас тут был шахтер в Першетраинске один, который на президента или на депутата он шел куда-то. Обычный мужик такой. Он, его когда спросили, говорят, а вы что идете в депутаты? Он говорит, давайте честно скажу. Там есть вот такая здоровая корыта, и все были на него едят, и я хочу. Ну, вот так приблизительно мыслит обычный человек у нас, да, а нам надо проповедовать Слово Божье, которое меняет жизни людей. Вот смотрите, я имел несколько профессий в своей жизни. Меня мама заставила в 15 лет поступить в медучилище. Я очень не хотел поступать туда и думал, что я как-то этот экзамен провалю. Вот, и пытался плохо сдавать экзамены. Но когда я посмотрел, кто там сдает экзамены, понял, что я еще и умный. Вот, потому что 7-8 я знал, сколько будет. И я поступил туда, отучился там, да, работал в больнице, работал искренне, честно работал, хотел там работать. Потом что-то там не сложилось, пришлось уволиться, пошел там, работал столяром, да. Но когда я принял Иисуса Христа, я понял одну простую вещь, что я должен людям проповедовать, неважно, работать и проповедовать, не работать и проповедовать, да, это моя природа, она внутри меня кричит, неси людям добрую весть, неси людям Евангелие, ничего эту страну, ничего этих людей не изменит, если ее не изменит Иисус Христос.
А Иисус Христос ее изменит только, когда мы проповедуем Евангелие. Вот знаете, я сейчас ходил тут по стадиону, смотрю, наш брат поехал, Володя Соболь. Сколько ему лет, я забыл? 62 года, да. Вот, 62 года, да. И он рассказывает, что вот он в 97-м году покаялся, алкоголик, матюшник, бандит, да. И вот кто его изменил? Его изменил Бог за одну минуту. Он говорит, за 20 лет я больше не выпил, не закурил и не заматюкался ни разу. Вот что его поменяло. Слово Божье. Слово Божье. 20 лет прошло. Слово Божье влияет. Мы не поменяем эту землю ни какими планами Евросоюза. Мы не поменяем никак, если мы не будем проповедовать Евангелие. Знаете, когда я начинал проповедовать Евангелие, меня мое служение не кормило. Вот, я кормился сам. У нас в церкви было уже под 200 человек. Я работал, ездил в Павлоград, обои клеил, там двери ставил туда-сюда. Я работал, проповедовал. Я не брал отсюда деньги. Потом как-то собрались здесь люди местные и сказали, давайте пастору зарплату назначим. А то уже так, люди есть, деньги есть. Давайте назначим. Ну, назначили мне зарплату. Я ее до сегодняшнего дня получаю, зарплату. Вот тут зарплата у меня, по-моему, 1007. И что я хочу сказать? Это работа. Это работа, такая же работа, как любая другая. Это работа. Но это работа не на людей, это работа на Бога, если хотите. Это работа, которая меняет людей ради Бога. И я считаю, что если мы потратим годы для того, чтобы научить молодежь, подростков Евангелию, Слову Божьему, теологии, и потом мы для них откроем церкви, откроем служение, мы сделаем их профессиональными служителями, то у них будет перспектива. Кто знал вообще, что, допустим, у меня будет перспектива, когда я приехал в этот город, мне тесть сказал, Андрей, не едь туда, там с голоду сдохнешь. Там воды нема, молока там нема, мяса нема. И одно, что я знал о городе Первомайск, ну так его тогда называли, что тут есть хорошая психушка, и все, кто они оттуда выходят, они тут остаются жить, поэтому половина тут прибацнутых. Это я просто такое мнение о Павлограде ходила. Я, ну, просто говорю, как оно было, да. Вот, слава Богу, когда церковь открылась, психушку закрыли. Практически одновременно это произошло. Вот. И кто знал, да? То есть, ну, мне все говорили, зачем тебе туда ехать? Это страшный город, это страшное место в степи. В городе даже речки нет. Въезд через мост, выход, его есть только через кладбище. Очень пророческое. Но сейчас об этом городе знают во всем мире. И не благодаря его шахтам. А благодаря церкви, да? И это потому, что мы проповедуем Евангелие. Вот и все. Вы можете это то же самое делать. Все вы можете то же самое. Но для этого надо учиться. Для этого надо учиться. И мы привлекли самый лучший христианский теологический университет или семинарию. Мы их привлекли. Это теологический курс, который сегодня преподается в церквях ассамблей Божьих. Ассамблея Божья – это огромная сеть церквей протестантских по всему миру. Она насчитывает 370 тысяч церквей. Это где-то на 100 тысяч больше, чем у католиков. Это самая глобальная сеть. Когда вам говорят, что вот мы секта, нас мало там, да, вот, а вот православных много, никому не верьте, все брешут. Все брешут, я вам говорю, 100%. Самое большее на земле это нас. Вот, и везде, где цивилизация, там мы. Везде ее там, где анимация православия. Значит,
Вы это должны понять. Это правда. Это стопроцентная правда. Это 100%. Вот даже в Евросоюзе, страна там Греция, да, казалось бы, ну уже в Евросоюзе, уже у вас евро, уже у вас вся европейская культура. А вот из-за того, что они православные, никогда тоже мира нема. И всегда у них нищета, и проблемы, и долги, и так далее. То есть мы верим в будущее наших детей, в будущее нашей страны. Знаете, если бы я, допустим, ну, не видел перспективу в том, что я говорю, да, я, может быть, своих детей бы направил бы куда-то в другое место, да, и сказал бы там, да нет, тебе не надо быть пастором, это такая нервотрепка, это такие проблемы там, и все с этим связано, да. Но я нормально на это смотрю. Я своего сына отправил быть пастырем, и я ему практически не помогал. У него в Харькове уже своя церковь, там уже по 400 человек, он уже там епископ открыл под 20 церквей. Сейчас он купил участок земли, он храм будет сам строить, слава Богу. Я верю, что это нормально. Это нормально делать из молодых людей пасторов, лидеров, служителей. Я хочу это делать, я хочу. Но я не хочу, чтобы это было легкомысленно, знаете, вот так. Ну, давай, служи Богу, да, там человека хватило на пару лет, потом он выхолостился и все. Надо заложить глубокий, серьезный фундамент, теологический. Библия как говорит? Настав юношу в начале пути, он всю жизнь потом по этому пути пойдут. То есть надо заложить правильный фундамент. И я еще раз говорю, мы специально выбрали такую семинарию, дипломы которой признаны в 150 странах мира, дипломы которые позволяют после 2 лет обучения бакалавра идти учиться дальше в гуманитарных науках, в наших светских университетах. Но я не думаю, что это так сильно кому-то надо. У меня очень простой план. 2 года человек учится, 3-й год мы его берем куда-то на заработную плату берем в церковь какую-то. Он еще год там на практике. И через 3 года мы ему открываем церковь, делаем его пастырем, обеспечиваем ему какое-то содержание на какое-то время. И дальше продолжаем развивать вот то служение, которое у нас есть. Кроме того, что у нас есть теория хорошая, которую предоставит нам теологическая семинария, у нас есть практика, у нас есть способность служить и в тюрьмах, и наркоманам, и алкоголикам, и служить детям, служить молодежи. У нас есть способность открывать церкви, мы делаем служение евангелизационное, мы открываем новые церкви. У нас есть на это все возможности. У нас есть, в конце концов, сегодня телевидение, вот, и мы можем и туда людей готовить. То есть я думаю, что все будет развиваться. Хорошо. Игорь, я извиняюсь, что занял так много времени. Вот, ну, надо же было как-то вступление сделать. Значит, Игорь является, ты как декан, да? Вайс-президент. О, президент, да? Вице-президент. Что ты раньше не сказал, я так с тобой разговаривал свободно. Вот, хорошо. Вот, Игорь президент, он также... Вице. Да. Вот, и также он является пастором церкви от церкви Йонгичо в Запорожье, у него там своя церковь, свое служение, вот, у него там куча научных этих степеней, я, честно говоря, как открыл интернет, начал читать, утомился, вот. Вам слово. Кстати, есть у нас какие-то уже там эти вопросы есть, да? Задают? Окей, все, Игорь, пожалуйста. Ну, я коротко так скажу, уже много не буду говорить, перейдем сразу к вопросам. А вот епископ Андрей очень хорошо сказал. Самый главный момент – это вот заложить правильный фундамент и четко понимать, то есть свое жизненное предназначение. Вот это очень важно. И светское образование мы можем получить в любой момент. То есть пойти в университет, хорошо выучиться. Но я хочу, чтобы вы как бы понимали, что богословское образование – это вот, скажем так, фундаментальная ступенька. Если есть хорошее богословское образование – это есть, скажем, фундамент, на котором можно строить хорошее здание. У меня в жизни тоже была подобная ситуация. Меня родители отправили были учиться на менеджера,
А я вот в духе чувствовал, что это не мое. И я пошел в семинарию. И знаете, вот тот проект, который мы сегодня вот вместе будем делать, то, что мы начинаем, я верю, это хорошая возможность для многих молодых людей заложить хороший фундамент, который поможет вам быть поистине вот профессиональными служителями. И я думаю, это сделает вас в будущем хорошими пастырями. Программа Global Университета, уже про нее, я думаю, вы немножко знаете. Повторюсь, эта программа аккредитирована на 150 стран мира. Диплом Global Университета, он имеет 3 уровня аккредитации в Америке. Он имеет самый высокий уровень аккредитации, признанный государством. И у нас в Украине эти дипломы тоже признаются. И вы знаете, что сегодня наше законодательство очень сильно поменялось. И у нас сегодня есть даже такая дисциплина, которая признана Министерством образования, называется богословие. И поэтому, скажем, этот иностранный диплом, он сегодня признается в Украине и приравнивается вот к бакалавру в области богословия. То есть это хорошая, я говорю, ступенька и для того, чтобы дальше учиться, но для тех, которые видят себя как пастыря, как служители, я считаю, этого вполне достаточно для того, чтобы заниматься хорошим профессиональным служением. Думаю, было бы неплохо перейти к вопросам. Если есть вопросы, давайте мы к ним перейдем. Игорь Валентинович, задают вопросы зрители такого характера. Есть ли возрастные ограничения для тех, кто хочет учиться? В принципе, как бы таких нету ограничений больших. Я, честно говоря, даже как-то про это не думал. Ну, я думаю, это будете решать здесь на месте. Просто сама эта программа, как онлайн, она не ограничивает возраст. То есть человек, который чувствует в этом потребность, он может свободно поступать и обучаться. Но я думаю, здесь на месте, когда уже будет формироваться группа, я думаю, здесь этот вопрос уже будет решен. Но я не вижу какой-то в этом большой проблемы. Да, это не есть большая проблема. Еще вопрос. Нужно ли сдавать ЗНО для поступления? Нет. Так как это программа от американского вуза. ЗНО нужно сдавать, если поступаете вы на какие-то государственные программы в университет. Но так как эта программа полностью аккредитирована от Америки, от Global Университета, у них нету таких принципов, как ЗНО, поэтому все намного проще. Там нету даже вступительных экзаменов, будет собеседование, и этого достаточно, чтобы поступить на эту программу. Скажите еще вопрос. Есть ли заочная форма обучения или это только дневная? Здесь будет только стационарная форма обучения. То есть почему? Для того, чтобы более эффективно эта программа работала, скажем, она не растягивалась, и действительно в течение 2 лет получить, скажем, степень бакалавра BA, это будет стационарная форма обучения. Что вообще необходимо для того, чтобы получить, кроме собеседования, чтобы учиться в семинаре? Ну, самым главным это будет собеседование, и также нужно будет подготовить специальный пакет документов, анкета, все остальные моменты мы потом сообщим, то есть что сюда будет входить. Но самым главным это будет собеседование. Я думаю, комиссия, которая будет сформирована, да, она будет смотреть. Ну и вопрос оплаты, это, да, само собой. Еще вопрос. Каким способом, каким образом будет проходить практика и будет ли? Ну, я думаю, епископ Дерибетов по этому поводу скажите. Я думаю, что в течение года у нас еще есть время, и у нас все-таки, как бы там ни говорили, но у нас 306 церквей на сегодняшний день. И я думаю, что мы сможем обеспечить каждому студенту практику в одной из наших церквей, это раз. Второе, у нас есть целая миссия палаточная, где мы можем свободно ставить палатки, помогать людям учиться евангелизации. Вот у меня сын начал ездить с палаткой, когда ему было 17 лет. И в принципе это нормально, это хорошо, когда человек становится смелым и способным просто дерзновенно проповедовать Евангелие. Амен. Вот. У нас есть сеть репцентров, и как бы там ни говорили, но там, где есть проблема, ее нужно решать. Опять же, привожу пример. Мой сын никогда не был наркоманом, никогда не был связан с наркоманами, разве что только они у нас дома жили все время. Вот. И тем не менее, у него сейчас на реабилитации 200 человек в Харькове. Это намного больше, чем у меня. Да. Это простая вещь. Оказывается, все это технологично можно сделать. Главное, чтобы там Бог был. Если там Бог будет,
Люди будут освобождаться. Если там Бога не будет, люди не будут освобождаться. Это будет просто перевалочная база. Поэтому, ну, как бы практику мы обеспечим. Что я хочу сказать? Это очень важно, чтобы теория сочеталась с практикой. Потому что если это будет только теория, то мы, ну, получим таких умных философов, отрешенных от жизни, и им больше подойдет роль не пастора, а какого-нибудь монаха. Вот. Они будут там где-то спрятать их, пусть сидят, молятся, и все. Значит, но если мы свяжем это с практикой, ребята, мы научим вас смелости, дерзновению, огню. Это очень важно. Это очень важно. Я начинал церковь в этом городе. Меня никто не мог запугать. Никто. Ни бандиты, ни мэры, ни менты. Никто. Вот. И мы всех переломали. И это надо уметь делать. Да. Потому что у нас Бог с нами. С нами Бог. Единственное, когда ты не имеешь поддержку Бога, это когда ты не сражаешься. А когда ты сражаешься, ты имеешь поддержку Бога. А Бог, Он больше всех. Представляете? Поэтому, когда ты сражаешься, Бог становится на твою сторону, и все становятся маленькими. Поэтому все проблемы даже становятся маленькими. Я вообще верю, почему я хочу, чтобы это было стационар. Мне неинтересно вот это заочное обучение, потому что я очень хочу, чтобы мы воспитали сильных, мощных людей. Знаете, я насмотрелся на всех, когда мне там рассказывали, да вот там блатные, там такие, такие. Когда ты сталкивался в жизни реально, ты видел беспомощных, слабых людей, которые реально не могли себе ладу дать, не говоря уже чему-то основу. Так вот я хочу, чтобы здесь были другие люди. С сильным духом, с сильной плотью. Аминь. Которые были бы характерными, потому что характер – это основа всей жизни. Аминь. Это основа жизни. Какой у тебя характер, такая у тебя будет жизнь. Ты гнилой характер, такая и жизнь будет вся гнилая. А это все, оно воспитывается. Понимаете, воспитывается. Сейчас нет советской армии, где бы воспитался характер. А я знаю, что такое советская армия. Да, там воспитывался характер. В многонациональной семье. Среди чечен, грузин, армян, узбеков, казахов, туркменов. Воспитывался характер, да? И ты не мог быть гнилым, ты должен быть, был честным быть. Ты не должен был сам свой тормозок жрать. Вот, а ты должен уметь делиться был последним. Да? К чему я это говорю? Сегодня мы поколение получили очень большое, людей многих, да? Очень слабое поколение, очень такое слабое духом, слабое характером. Они сидят целыми днями в виртуальном мире, вот. В нереальном мире. И они начинают этого реального мира бояться. Они не могут уже в нем развиваться. А я думаю, что ну, нам надо воспитать сильных людей. Сильных. Понимаете, не сильных тем, чтобы кому-то морду набить, а сильных духом. Вот, сильных характером, которые бы могли ставить себе цели, достигать, преодолевать что-то, добиваться своей цели. И я думаю, что молодому человеку это легче. Я начал служить Богу, когда мне было 24 года. Это в молодости, понимаете? Мой сын начал служить Богу, когда ему было 17 лет. И я считаю, что если мы научим выпускников школы вот именно служить Богу, то у вас будет будущее. Потому что сейчас 1,4% протестантов в Украине. Это очень мало. Если считать, что в Европе все протестанты, в Америке все протестанты, в Южной Корее практически все протестанты, у нас 1,4%. Я думаю, что огромная часть Украины – это люди, которые не определились еще со своей религиозностью, а их нужно определить. И кто их определит? Иисус сказал, жатвы много, делателей мало. Молите. Вот мы молились, 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 молились. До чего домолились? До того, что нужно учебное заведение. Да, следующий вопрос. Братья и сестры с России задают вопрос. Действует ли диплом в России? Да. Значит, онлайн, вот эта программа Global Университета, она, как я уже говорил, она аккредитирована на 150 стран мира. Россия в том числе, она сюда входит. Поэтому действует.
Вопрос еще о стоимости. Сколько будет стоить обучение за весь период? Ну, я думаю... Думаю, может, епископ скажет, сколько стоит. Ну, смотрите, 2 года обучения стоит $820. 2 года. Это 2 года. Это 24 месяца. Это вся программа. Она включает в себя, представьте себе, сколько сюда профессоров приедет с Америки, со всего. То есть мы уже за их приезды, за их пребывание мы не платим. Это они уже сами себя оплачивают. Поэтому, ну, вот такая, такая стоимость. Не знаю, много это или мало. Вот я, ну вот знаю, что дочка у меня учится, мы больше платим. Вопрос. Какие основные направления обучения по данной программе бакалавра? Я так понимаю, скорее всего, идет речь, наверное, о предметах, которые будут изучаться. Да. Значит, смотрите, программа, она имеет таких как бы больших 4 блока. То есть это будет систематическое богословие. Также очень много будет предметов. Это обзор Ветхого Завета, Нового Завета, обзор послания апостола Павла. И уже вот также вот епископ Андрей говорил, будет английский язык, греческий язык. Также будет предмет, который позволит изучать Новый Завет через призму, скажем, греческого языка, соборные послания, пастырские послания, гомилетика, искусство строить проповедь, учение о Духе Святом. То есть все самые, скажем, такие базовые богословские дисциплины будут вот внедрены в эту программу. То есть она очень обширная, полноценная и, в принципе, вот закладывает очень хороший такой вот богословский фундамент. Да, духовный богословский фундамент. Мне, допустим, очень нравится то, что за 2 года люди будут знать профессионально английский язык, таким образом, что они должны будут написать на английском языке свою работу бакалавра, да? Вот. Сколько страниц там должно быть? Ну, там где-то около 100, где-то так будет. Да ладно. Да ладно. Не может такого быть. Ну, магистерская где-то около, скажем, если хорошая магистерская, это около 110. А бакалаврская где-то вот, ну, до 100 страниц где-то так будет. На английском? Нет, на русском будет. Фу. Смотрите, работу, друзья, работу можно писать на украинском, на русском, на английском. На ваш выбор, кто как желает. То есть на 3 языках. Но проповедовать они же будут по-английски? Ну, если сделаем предмет, то можно пробовать. Английский язык больше у них будет как, опять же, английский для того, чтобы, когда они будут изучать, сначала нужно будет определить их базовый уровень. То есть, как кто знает. Вот, например, приблизительно, кто, скажем, вот владеет английским, вот где-то на уровне level 2. Вот помашите рукой. Это, скажем так, вот, ну, so-so, как говорят. Ну, помашите рукой, только смело так. Раз-раз. Ага, чуть-чуть есть. А кто вот хорошо знает разговорный английский язык, так с уверенностью поднимите руку. Вот, 1 человек. То есть, ну, в принципе, им придется, скажем, закладывать базовые основы английского языка. Но мы будем вероисповедовать, что вы сможете проповедовать на английском языке через обучение в программе бакалавра. Сможете. Да, ну тогда это будет большое чудо. Мы на это упор сделаем больше всего. Да. Но это было бы очень хорошо. Почему? Потому что английский язык, который вы будете изучать, у вас будет преподавать его именно американские преподаватели, которые русский не понимают. Я думаю, это вам поможет. Когда я учился в Киеве в семинарии, у меня английский язык преподавала миссионерка тоже из Америки. Она ничего не понимала по-русски, поэтому надо было или учить английский, или... Два получить. Поэтому вот такая будет базовая программа. Задают вопрос родители, можно после 9 класса поступить? Вообще, как бы... В программу приходят люди, которые имеют вот уровень high school, это по-нашему это как 11 классов школы, но как бы она так рассчитана. Но я думаю, это будет уже смотреть именно, скажем, приемная комиссия. Я думаю, надо будет там этот вопрос решить. Но я думаю, что это будет чуть-чуть сложно, да. Тогда можно. Есть такое вот в практике, что учатся в вечерней школе, например, там 10-й, 11-й класс, и могут параллельно учиться, скажем, в программе бакалавра. То есть, ну, можно будет как-то так вот сварьировать.
Задают вопрос, есть ли онлайн и, или только лайв. Опять же, повторяют вопрос. То есть нужно присутствовать именно в том городе, где будет семинария, где эта программа. Вот именно когда мы говорим о программе бакалавра, которую мы начинаем здесь, это, еще раз, как я уже говорил, стационарная программа, и она подразумевает именно стационарную форму обучения. То есть будут приезжать преподаватели, они будут преподавать Слушайте, предмет и давать более глубокое познание. Человеку, который привык годами заниматься самообразованием, да? То есть я нигде не учился в духовных ни академиях, ни семинарах, я всю жизнь занимался самообразованием, да? Я прочитал кучу книг, кучу литературы. Так вот я вам хочу сказать, не сможешь ты нормально учиться дистанционно, это бесполезно. Тебе надо, чтобы тебя требовали, заставляли и ставили оценки, контролировали, тебе привязывали, это стимулирует человека к обучению. Я привык к самообразованию. Вот я сейчас сдал экзамен по философии и поступил на сдачу кандидата наук по религоведению. Да, я сдал самостоятельно экзамен по философии, магистерский уровень. Это очень серьезно, правда вам говорю, да? Я его сдал. Я готовился, там, читал перед этим, там, как-то вникал, хоть понял, что такое философия, да? Так я вам скажу, заставить себя что-то делать, когда возле тебя iPhone лежит, iPad, это тяжело. Телевизор, это настолько тяжело. Поэтому, почему я говорю стационар? Важна атмосфера. Знаете, вот я еще одну вещь вам скажу, очень важную, как я считаю. Очень важную, как я считаю. Почему здесь? Почему в этой церкви? Почему в этом городе? Для меня немаловажным является та атмосфера, которую мы создадим на этой школе. Потому что если создастся правильная, духовная, сверхъестественная, божественная атмосфера, в этой атмосфере мы вырастим крутых людей. Понимаете? Как университет Кеннета Хейгена, он вырастил там Джерри Савелла, Кеннета Копланда и так далее, там куча этих проповедников всех. Они выросли в этой атмосфере, в этом духе. Мы должны такую атмосферу создать, мы должны такой дух создать, чтобы вырастить нормальных, сильных людей. Вот я почему хочу, чтобы это было как команда, как ну, это очень важно. Поэтому вот эти все дистанционные вещи, они могут быть уже рассчитаны на людей, которые там 10 лет служения, он уже пастырь, он уже тысячи проповедей произнес. Теперь просто ему надо, ну, как бы добавить себе баллов там и стать бакалавром там, или стать магистром. Это вот, если мы говорим о молодежи, это люди, у которых не заплыли мозги еще жиром, слава Богу. Они способны мыслить. Здесь будет библиотека, здесь будут компьютерные программы. Здесь будет все для того, чтобы вы развивались и становились нормальными людьми, нормальными служителями. Я служу Богу уже вот пастором этой церкви 26 лет. Да? До этого я еще года 3 работал, служил Богу. Да? И я вам скажу, не чувствую я себя где-то ущербным. В связи с тем, что я служу Богу. Я себя ущербным не чувствую. Я верю, наступят времена, когда мы будем посылать пасторов. Вот как сейчас есть вот здесь пастырь греко-католиков. Знаете, да? Кто знает, вот там на отшибе у нас этот такой маленький храмчик, да? Вот. Вот есть пастор. Молодой парень приехал сюда. Я с ним познакомился. Молодой парень. Жена, дети приехали, да. Вот он приехал, ему дом дали, храм дали, зарплату дали, все дали. Я думаю, когда-то до этого мы тоже дорастем. Вот. Пока надо будет во все верить. Скажите, задают вопрос по поводу пребывания. Где будет проходить, в каком городе? Будет ли общежитие? И будет ли столовая? Будет общежитие, будет столовая, будет централизованное питание. Я думаю, что у нас впереди еще целый год, мы все это решим. И все будет здесь при церкви, все будет здесь при месте.
город здесь более-менее безопасный, более-менее спокойный, церковь действующая, нормальная, люди нормальные, очень гостеприимные, и, но мы будем все равно их в общежитии, чтобы они жили, и чтобы это начинался день с молитвы, зарядки. А чё бы нет? А чё бы нет? Знаете, вот эти все компьютерщики, извини, новый тип человека. При поступлении будет преподаваться вообще одна кафедра на семинарии? Или будет какой-то там кафедра философии, кафедра? Будет. Здесь как бы кафедры открываются тогда, когда, скажем, есть несколько факультетов, несколько направлений. Вот, допустим, в Киеве, в нашей семинарии в ЕТС, у нас 4 факультета разных. Здесь будет одна программа бакалавр богословия теологии. Поэтому будет, скажем, один офис, будет декан, который будет курировать здесь на месте эту программу. То есть, и, ну, если так говорить по университетскому языку, будет одна кафедра. Спасибо. Теологии, да. Я думаю, может быть, время дать для тех, кто в зале сидит, если есть вопросы. В онлайне также задают вопрос, в какой вуз США, например, можно поступить с этим дипломом? Практически аккредитация, которую имеет Global университет, она дает возможность обучаться, ну, во-первых, в тех семинариях, которые есть в Америке, или они в ассамблеях Бога, или, скажем, они есть как бы non-denomination. Ну, 100% не могу сказать, но есть информация, что можно также поступать в университете, но с условием, что вы будете сдавать определенные кредиты. То есть, скажем, зависимость, опять же, от факультета. Если это будут гуманитарные науки, да, там будет какая-то... Ну, конечно, если вы захотите пойти на менеджера по персоналу, то я думаю, что, ну, это будет сложнее. С гуманитарией будет проще. Родители задают вопрос по поводу досуга студентов. Будет ли какой-то организован досуг? Думаю, что будет хороший. Я думаю, здесь у нас сразу же будет молодежный студенческий пастырь, такой человек, и который будет следить и за моральной составляющей, и за досугом, и за развлечениями, и за всем. То есть такого человека мы найдем, и он будет как такой и мамка, и папка, и хороший друг. И я думаю, что это мы об этом постараемся позаботиться, потому что я считаю, это очень важно. Потому что само обучение, оно важно, но еще более важно та атмосфера, в которой это обучение происходит. Будет дисциплина, это 100%, потому что только она будет не такая, как на библейской школе. Строже раз в 10. Да, смотрите, это вот очень важный момент, тоже бы хотел про это сказать. А, чтобы вы понимали, здесь не просто, ну, скажем, какая-то теоретическая школа, где вы будете учить теологию, чтобы ваша голова стала большая. Но вы должны понимать, что это обучение, это практика, это духовный рост, это работа будет в библиотеке, это будут какие-то ваши исследования, это будет практика проповедей друг перед другом, вы будете изучать такой предмет, как гомилетика, это искусство проповедовать. То есть и вот в комплексе семинария что должна дать? Не просто теоретические знания или просто знания теологии, она должна также повлиять на ваш духовный рост. То есть вот это то, что будет заложено вот в эту программу обучения, чтобы вы понимали. Ну это очень, очень сильно, да. По поводу задают вопрос учебных материалов и библиотеки. Значит, смотрите, сама программа бакалавра, как она построена? Я коротко вам расскажу, чтобы вы понимали. Это первое. К вам будет приезжать на неделю преподаватель, он будет преподавать вам предмет. Тот же самый предмет, все лекции, книги, домашние задания, видеоуроки, они уже вмонтированы в онлайн Moodle в нашем сайте. То есть вы будете слушать преподавателя, вечерами вы сможете этот материал прослушать, просмотреть, прочитать, написать рефераты, контрольные работы. То есть, скажем так, весь ваш ресурс будет находиться и в интернете, также вы будете получать знания на лекциях, и параллельно будет здесь организована библиотека для того, чтобы вы еще больше могли, скажем, что-то для себя открыть новое. И я уже вот сегодня тоже говорил епископу Андрею, сейчас мы работаем над созданием онлайн-библиотеки. Библиотека, которая сегодня есть в Евангельской теологической семинарии, она считается одна из самых больших в Восточной Европе. У нас в Киеве в библиотеке находится 380 тысяч книг. Это очень большая библиотека, которой аналогов нету сегодня.
Да. И мы хотим, ну, конечно, мы не сможем все эти книги в интернет перебить, но мы работаем над тем, чтобы хотя бы какой-то процент этой литературы был онлайн, онлайн-библиотека, чтобы было удобно вот в кампусах, где будут, скажем, вот программы, как у вас, студенты могли заходить, читать книги, какие-то проводить исследования. Вопрос, будут ли каникулы? Будет после Нового года, там, по-моему, неделя до Нового года и две недели, или неделя после Нового года. И летом будет тоже, по-моему, месяц. То есть будет как в Корее. Два раза в год все. Студенты задают вопрос, будет ли возможность вот в данной программе подработать? То есть где-то подработать, чтобы были финансы для личных средств? Ну, не знаю, средств. Разве тут на месте как-то? Ну, я думаю, что это реально. Это реально подработать, может даже придумать какую-то работу здесь. Нет, даже, я думаю, что можно такую более творческую работу придумать. Монтирование каких-то роликов. Перевод каких-то проповедей с английского языка. Ну, то есть, если у вас мозги работают, то можно и подработать. Ну, пока что все в онлайне. Вопросы, может быть, есть в зале. Хорошо, братья и сестры, если есть вопросы, задайте их. Если нету, вот, давайте. Программа рассчитана на 2 года, да? На 2 года. Вот, например, набрали группу. На второй год уже нет первого курса. Есть... Смотрите, как будет проходить набор. Мы сегодня уже про это немножко вот говорили в офисе. Как было бы хорошо, чтобы вот курс, который мы набрали, он учится первый, второй год, так. Заканчивая второй год, набирается новая группа. То есть не так, скажем, как в университете, каждый год будет набор, но через 2 года. Ну, значит, ребенок заканчивает 11 классов, он должен год ждать, когда закончится 2 года пройдет. Получается так, он не может поступить на второй курс. По идее, да. Ну вот, я хотела это сказать. Это еще проект, мы думаем, пока будет так. Я думаю, что первый курс будет вот так. Потом мы посмотрим, насколько... Понимаете, здесь тоже все же зависит от количества студентов, да, от насколько люди готовы. Вот люди же готовы жертвовать, да, готовы жертвовать на светские учебные заведения, они получают диплом, который очень часто просто валяется где-то, он никому не нужен, и, по сути дела, ищут своей дочке там, или своему сыну какую-то работу, и все. Поймите, это очень, в чем плюс здесь? В том, что я уже вижу, как дать работу вам. Вот я вот это вижу, я знаю, что я вам дам работу. Я понимаю, что, стать пастырем и быть успешным пастырем, чтобы у тебя все получилось, это не так просто. Это не просто устроиться на какую-то фирму с зарплатой. Это надо самому пахать, креатив проявлять. Ну, пожалуйста, давайте вперед. Вот. Но с другой стороны, ты сможешь действительно как личность раскрыться. Ты сможешь кем-то стать. И я не могу никому, никакого вам другого примера дать, кроме самого себя. Вот. Как говорил мой друг Черновецкий, Украина будет, как я, красивой и успешной. Может быть, еще есть какие-то вопросы? Ну, пока вы думаете, я еще хотел коротко сказать про преподавателей. Тоже очень важный вопрос. Преподаватели, которые будут приезжать преподавать, это будет тут часть преподавателей будет из Соединенных Штатов Америки. Это хорошие богословы, как и практики, так и теоретики. Второе, будут также преподаватели из Украины. Мы подобрали, скажем, хороших преподавателей, которые есть не ниже, чем магистры богословия. И также будут те, которые имеют степени кандидата наук, доктора наук в богословии. У них есть хороший опыт и преподавания, и общения. То есть, урок будет построен так, что, он не будет иметь стиль университетского урока, когда преподаватель пришел, отчитал предмет и убежал. Но здесь цель другая. Чтобы не просто вам дать какие-то лекции, какие-то материалы, но чтобы вы могли с этим соприкоснуться, чтобы вы могли это понять,
увидеть, как это можно практически применить, как это может работать в вашем служении. И вот тоже хотел бы сказать, да, если кто-то действительно имеет призвание к пасторству, уровня бакалавра этого будет достаточно. Скажем, если кто-то видит себя в будущем как какой-то христианский учитель, богослов, который видит себя в будущем как преподаватель, возможно, в семинарии, для вас будет тоже возможность поступить уже в магистерскую программу. Вот эта программа бакалавра, она даст вам возможность поступить в магистерскую программу, которая есть тоже в нашей семинарии в Киеве. Это уже заочная форма обучения. Итак, хочу сказать также еще одну очень интересную вещь. В этом году мы сделали очень интересный проект, который не сделала еще пока ни одна семинария. Мы заключили договор с университетом Драгоманова. Я думаю, вы слышали про такой университет в Киеве, он очень престижный. И мы создали программу, которая называется «Семейное консультирование». То есть это программа, которая объединяет как богословские дисциплины, так и гуманитарные. И студенты по окончанию этой программы, это магистерская программа, она будет заочная. По окончанию этой программы они получат два диплома. Диплом от университета Драгоманова и диплом от нашей евангельской теологической семинарии. То есть почему мы это сделали? Сегодня в Украине, я думаю, тоже вы видите, очень много есть проблем именно в плане формирования семьи, семейных отношений. Вот этот институт семьи у нас сегодня очень нарушен. И поэтому как бы эта программа научит создавать вот кабинеты консультирования, заниматься служением консультирования, то есть конкретно заниматься вот служением, служить семьям. Но для того, чтобы сюда поступать, нужно будет иметь диплом бакалавра. Но, чтобы вы знали, вот даже диплом, который вы получите при окончании этой семинарии, он дает право поступать даже в университет Драгоманова на вот такие магистерские программы. Еще вопрос в онлайне. А для инвалидов с детства второй группы и для жителей зоны АТО будут ли скидки на обучение? Будут. Ну, как говорят нас в церкви Йойдо, помолимся. Думаю, что-то придумаем. Смотря на сколько человек настойчиво захочет учиться, да. Если чересчур будет действительно большой интерес и, ну, серьезность, я думаю, мы что-то придумаем в этом направлении. Мы что-то придумаем. Может, еще из зала есть вопросы? Скажите, пожалуйста, а как будет осуществляться оплата? Сразу вся сумма или, может быть, по частям? Спасибо. Естественно, стремление это будет к тому, чтобы оно было все сразу. Вот. Ну, я думаю, что здесь это уже вопрос следующий. Вот. Кто хочет учиться, кто хочет это все делать, я думаю, что год есть, за год можно заработать эти деньги и действительно и заплатить. Понимаете, все хорошее, оно стоит денег. Ты никуда от этого не денешься. Когда человек поступает учиться, допустим, в Гарвард, там платятся не десятки тысяч долларов, а сотни тысяч долларов. Но человек, который туда поступил, и там он учится, ему в первый день после поступления уже предлагают работу с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц. Только потому, что он поступил. Это престижное заведение, это аккредитация в 150 странах мира. Возьмите любой наш украинский университет и спросите, где эти дипломы, кроме нашей Украины, они еще котируются, да? Ну, я думаю, в какой-то из африканских стран. Вот. И там уже не сильно, да. То есть, о чем это говорит? Говорит о качестве обучения. Поймите, качество обучения, оно играет роль. Сейчас столько открылось разных высших учебных заведений в Украине, да, и я вам скажу, я когда вникал в эти все вещи, да, сегодня много учебных заведений такие, которые им ничего не надо, им только оплату принеси и все, и они тебе все поставят. Вот. Но я не хочу, чтобы так было. Знаете, основа. Вот недавно где-то я услышал, какие люди сегодня востребованы на рынке труда. Вот хотите, прочитаю? Интересно вам? Какие люди востребованы на рынке труда? Вот сегодня рынок труда, да? И каких людей охотно берут на работу, а каких не хотят брать, да? Вот смотрите. Я вам прочитаю это. Значит,
Первое. Умение решать поставленные задачи. Умение решать поставленные задачи. На рынке труда очень ценятся люди, которые умеют решать поставленные задачи. Не просто рассказывать, ну я вот делал, оно не получилось, да. Вот, а они могут прийти тебе с решением уже, с ответом, да. Вот такие люди очень важны. Второе, это умение работать в команде. Люди не умеют работать в команде, люди не умеют работать, потому что в команде, когда ты работаешь, ты должен не только себя учитывать, ты должен и других людей учитывать, и понимать, что ты с ними работаешь, да, и ты должен на них работать, иногда отказаться от своего, чтобы работать с ним. Это сейчас вот рынок труда 21 века в мире, вот такие люди ценятся. И третье, уровень эмоционального интеллекта. Знаете, что такое эмоциональный интеллект? Это способность контролировать или управлять эмоциями своими и эмоциями рядом находящихся людей. Оказывается, вот такие люди, понимаете, и здесь нигде не написано вообще, ну, сколько ты там языков знаешь даже там, или там, знаешь ты греческий или нет. Вот такая, такие люди сегодня ценятся, да? Проблема в чем? Люди не умеют решать поставленные задачи. То есть они упираются в какую-то стенку и говорят, ну все. Да? Второе. Человек не способен к командной работе. Он не способен работать с людьми. Знаете, что самое тяжелое – это работа с людьми. Вот. Почему люди с дипломами метут двор с удовольствием? Потому что там не надо ни с кем работать. Там сам с собой работаешь. Листья они тебя не пошлют. Да, доска, она тебя не пошлет, понимаешь? Ты пиляешь эту доску, она молчит. А люди, если их пиляешь, они вообще не молчат. Вот. Ну и умение управлять эмоциями, это правда. Вот. Сколько людей обидчивых, гордых, надменных, эгоистичных, завистливых, злобливых, людей, способных обсуждать. Вот почему я говорю, что нам нужно... Чтобы это было стационарно, чтобы это было вместе, чтобы это была команда, мы вырастем и воспитаем нормальных людей, готовых к этой жизни. Амен. Готовых к этой жизни. Вы знаете, вчера ко мне один мужчина приезжал, он как бы не ходит в нашу церковь и вообще никакого отношения к ней особого не имеет, но он здесь живет, в этом городе давно, и он мне говорит, знаешь, говорит, я вот ваших... Молодежь там с ними общался, там с вашими людьми, ну, с церкви, говорит, молодежь, говорит. Я, говорит, смотрю, они такие все целеустремленные, даже где-то нагловатые. Говорит, видно, что вы людей воспитываете к чему-то стремиться, к чему-то идти, чего-то достигать. Это цель. А что, куда еще свою жизнь можно отдать? Куда еще отдать свою жизнь можно? Ахметову? Ахметов, ну он вам ее оценит. Оценит минимально, понимаете, как ему выгодно будет. Кому отдать еще свою жизнь? Надо жизнь Богу отдавать. У меня нет другого плана для жизни. Но поверьте, вот из моего опыта, не хочу это долго обсуждать, но поверьте, чем дольше человек готовится, чем дольше человек работает над собой, тем длиннее его служение. И хочется брать пример вот с таких людей, как Юн Хи Чо, который сейчас в следующем году, в мае месяце, отмечает 60 лет своего служения. Он начал в 20. И он отмечает 60 лет своего служения. 60 лет человек делал одно и то же. Миллионы людей по всему лицу земли благодарны ему за веру, за спасение, за исцеление, за измененную жизнь. Вот ради этого стоит отдать свою жизнь. А куда ее еще уложить? У меня вопрос к Андрею Георгиевичу. Скажите, пожалуйста, помимо тех профессоров, которые будут привозиться с Америки, то вы будете преподавать? Конечно. Конечно. Мы разработаем разные факультеты, мы
привлечем и юристов хороших, привлечем и проповедников хороших, мы привлечем таких помазанных людей всемирно, чтобы они тоже здесь участвовали. То есть я думаю, это будет очень интересное, насыщенное время, где вы сможете соприкоснуться не только с теологией, но и с реальной практикой, с судьбами людей, соприкоснуться с каким-то опытом. Поэтому это очень важно. Это очень важно. Еще вопрос в онлайне. С мужчинами понятно, да, пастора, евангелисты. Что насчет девушек, кем будут они? Не, ну, жены пастырей не без теологии могут стать в семинарии. В принципе, я хочу сказать, богословское образование, которое даже девчата, допустим, получат, скажем, обучаясь в этой программе, оно тоже пригодится. Например, в том же самом служении для детей, в работе с молодежью, какие-то социальные проекты. То есть это базовое образование. Это правда, смотрите. И здесь, ну, мы, как бы мы с вами, мы ровно. Еще вот этот пласт молодежный, детский, подростковый, мы его еще с вами никогда не цепляли. Вот. А если вы знаете, то сегодня в Украине третья часть населения Украины – это люди моложе 20 лет. Понимаете, их надо зацепить. И не все они наркоманы, не все они алкоголики. Вот. И я думаю, что мы посмотрим на то же пасторство намного шире, чем мы смотрели на него до сегодняшнего дня. Потому что пасторство – это не обязательно вот иметь такую типичную церковь. Это можно иметь и влияние на подростков, на молодых людей. И поймите, это можно работать, это раз. Второе, ну, как бы, почему бы нет? Почему, если есть у девушек есть желание быть пасторами, почему бы нет? Третье, есть масса благотворительных работ, благотворительного какого-то деятельности у нас в стране, в обществе, да, которое, я думаю, мы особое направление здесь возьмем, чтобы люди могли работать с разными фондами, при работать для малоимущих, для нуждающихся, для бедных. То есть здесь, я вам скажу так, это у нас год впереди, и мы выработаем еще программы, вот какие позволят людям, ну как, чтобы они вышли уже куда-то. Понимаете, да? То есть я хочу, чтобы они вышли куда-то. Я не хочу, чтобы они вышли в никуда. То есть вот мы вам диплом дали, а вы там что хотите, то делайте. Я хочу, чтобы они вышли куда-то. Вот одна из целей моих, что все, кто закончат 2 года, получат дипломы, они уже будут через месяц работать. Скажите, во время обучения будут ли организованы кружки творческие? Ну, танцевальные, медиа. Думаю, студенческий пастор организует. Ну, смотрите, это нормально, должен быть досуг, уже про это говорили. Вот поэтому очень важно, чтобы в семинарии, вот мы уже про это говорили, много не будем повторяться, должен быть студенческий пастор, должен быть, скажем, человек, который будет смотреть за порядком, администратор. То есть, ну, будет в процессе, еще есть время формироваться штат. Ну, я не знаю, как насчет кружки по танцам, кто будет ставить. Но если такое будет желание, то пусть будут. Вот. Ну, главное, чтобы оно учебному процессу не мешало. Вопрос по поводу библейской школы, которая проходит каждый год, и миссионерской школы. Все то, что у нас проходит, оно все остается. Это параллельная работа будет. Все, больше вопросов нет. Хорошо. Спасибо большое всем за внимание. Вот, помолимся. Отец наш Небесный, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за этот вечер, за эту хорошую, добрую атмосферу. Я молюсь, Господь, чтобы в 2018 году, с 1 сентября, мы набрали 100 студентов, внутри горящих, для того, чтобы посвятить свою жизнь Господу, миссионерству, служению, распространению Евангелия. Иисус, благослови, чтобы у нас это получилось. Мы верим в Твою благодать на этом проекте. Мы верим, что все сложные для нас сегодня вопросы, они будут легкими впоследствии, и у нас все получится. Благослови теологическую семинарию, Господь, и пусть все, что они принесут в нашу жизнь, оно сделает нас успешными, благословенными, сильными людьми. Аминь.
Аминь. Все, спасибо, до свидания.